Re! Viss ēters ir te! Сам Буров назвал заявления согласия безответственными. Планируется, что голосование по городскому бюджету состоится 31 января. На территории бывшего велотрека «Марс» вместо парка будет построен офис для службы госбезопасности. Строительство планируется начать уже в этом году. Сегодня учреждение наконец раскрыло свои планы в связи с большим интересом жителей к этой территории. За создание парка, а не офиса, меньше чем за месяц подписалось больше 15 тысяч человек. Конечно, служба государственной безопасности проинформирована об инициативе жителей создать на территории парк и о собранных подписях. Именно в связи с интересом общества и было принято решение раскрыть часть информации о проекте. Обращаем внимание, что решение строительства здания правительство приняло 3 августа 2017 года. За это время для реализации проекта проделана работа, произведено исследование почвы, разработан строительный проект, начато сотрудничество со строительным надзором и другие работы. Вложено несколько миллионов евро. Однако активисты сдаваться не собираются и намерены добиваться того, чтобы на месте велотрека появился парк. Новость, конечно, шокирующая, но это показывает, что общество наконец услышано, вуаль секретности снята, теперь мы знаем, что хотят строить. Но суть это не меняет, этот процесс не был правовым, интересы общества не были учтены. И сдаваться мы не собираемся. Сообщается об уже потраченных миллионах евро, это свидетельствует о стиле управления. Изначально не учитывалось мнение жителей, ведь разговоры о парке ведутся уже давно. Это плевок в лицо общества. Отмечу, что в поддержку парка в своем твиттер-аккаунте высказался министр юстиции Янис Борденс. Он отметил, что ранее уже предлагал другое место для строительства офиса СГБ и собирается сделать это снова.